Для дошколят последний день в детском садике – начало новой ступени образования. Хотя и знают они к этому времени уже много. Знакомы с буквами, складывают их в слова, считают и решают простейшие задачи математики. Багаж стихотворений самый богатый. Не каждый взрослый вспомнит столько рифмованных строчек. И поделиться таким богатством хочется с самыми близкими. Здравствуйте, мамы, папы и гости. Здравствуй, наш завтра, дорогой. Мы не степенью, с особым волнением ждали нас праздник большой. В гости к будущим первоклашкам пришли все времена года. Осень, пора идти в школу. Первая зима без воспитателей. Любимый персонаж сказок Баба-Яга на прощание научила собирать портфель. Скоро пригодится. И через 3 летних месяца ребята покажут все, чему научились в детском садике.